Добро пожаловать на канал «Американская мечта». Хочу с вами поделиться информацией о моей второй поездке в США в город Нью-Йорк, Нью-Джерси и Филадельфия в июле 2016 года по трем штатам. Улетала я из Украины, город Днепропетровск, в Киев, аэропорт Борисполь, авиакомпания МАУ. Вот так выглядит наш ранноутренний аэропорт Днепра. А уже из Борисполя самолет Нью-Йорк, аэропорт JFK. В Нью-Йорке есть 86-й причал или пирс, кто как называет. Там находится морской, воздушный и космический музей, часть которого расположена под открытым небом. Вы сразу его увидите, этот авианосец просто невозможно не заметить. Внутри находится космический шаттл и снаружи подводная лодка. В Филадельфии я провела немного времени, и я очень хотела увидеть своими глазами, так сказать, в реальном времени, красивое здание Divine Lorraine отеля, которое сейчас находится на реконструкции, и, возможно, вскоре после ремонта я смогу вам показать итоги проделанной работы. Все рейсы из Украины прилетают и улетают из 7-го терминала аэропорта JFK. Фото, как выглядит 7-й терминал, возможно, кому-то пригодится в будущем. Make sure your mobile phones and electronic devices after the center of the flight mode are completely switched off. Smoking is not permitted at any time on board. The cabin light will be dimmed for takeoff. If necessary, use the ring light overhead. Ladies and gentlemen, thank you for your attention and enjoy your flight. Дамы и господа, ваша безопасность является важнейшим приоритетом для нас. Пожалуйста, обратите внимание на инструкцию по безопасности в кармане кресла, которая содержит важную информацию по использованию аварийного оборудования самолета. Аварийные выходы обозначены световым указателем Exit и расположены хвостовой, средней и носовой частях самолета. Световые полосы на полу кажут на ближайший к вам. Следующий рейс на
Thank you.
Боинга в Борисполе уже дома в Украине. Надеюсь, это видео было для вас полезным. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.